Обращалась во все инстанции, писала вам. У нас 3 года уже нет воды, горячей воды. Газовая котельная, вот она у нас своя. 2003 года. Многоэтажный. Пятиэтажка. 140 жилых квартир остались без горячей воды 2016 года. 60-е, 40-1, 40-2. 3 дома пятиэтажки. А почему воды не дают? Газовая котельная. Обращалась к Томенке и к Сапитовичу. Но меня до него даже не допускают. Его же люди его не пускают. Ну, допустили, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Вас услышали все? Не волнуйтесь. Значит, дом просто скажите, какой? 40, дом 60, квартира 4, центральный микрорайон. Вы знаете, у меня астма бронхиальна. У меня пошли сопутствующие заболевания, потому что в доме холодно, потому что в ванной комнате 10 градусов, мне нельзя переохлаждаться. Я вам говорю... Нет, ну, никаких сомнений нет. Давайте мы так договоримся, я совещание проведу, и сразу же зайдет просто сам губернатор, посмотрит, что у вас происходит. Виктор Петрович, я вас умоляю, пожалуйста, придите, посмотрите, как у меня в ванной комнате. Подойдет Виктор Петрович. Нет, у меня, я сама дедомовская, я здесь с этого дома меня гнобят. И сколько не можно гнобить? Обязательно зайдут, посмотрят, вода будет. Спасибо вам огромное. Не я одна страдаю. Да нет, ну, 140 жилых квартир страдает. На пожалуйста, деле, услышьте проблема. Нас. Услышали, новая сделали. Газовая котельная. Сделали. Спасибо вам огромное. Всего доброго.